Друзья, смотрите это видео внимательно для того, чтобы не пропустить условия розыгрыша. Розыгрыш будет проходить как на YouTube, так и на площадке Яндекс.Дзен. Поэтому и там у вас есть шансы выиграть от меня поплавки. Ну что, друзья, товарищи, всем крепкого здоровья. Наконец-то начались более-менее теплые деньки, и я прибыл на рыбалку. Если честно, то я тут уже рыбачил несколько дней назад, но ничего серьезного не поймал. Буквально там 6 рожек, и на этом все закончилось. Вот. Сейчас прибыл, сегодня на улице плюс 15, светит солнышко, плывут птицы, приехал в 2 часа дня, то есть останусь на вечерний клев. Надеюсь, рыба выйдет, и мы ее половим. Такой вот тут спуск к воде, на машине не стал подъезжать, ну, кто-то подъезжает к самой воде. Вот. Природа потихонечку начинает зеленеть. Сегодня реально тепло, надеюсь, что рыбка будет клевать. В общем, в прошлый раз я сидел там, где сидит мужик. Вот. Ну, сейчас, наверное, сяду сюда, настрою стульчик повыше. Вот, и попробуем половить на короткую удочку 4,5 метра. Смотрим, рядом рыбы или нет. У меня новый стул. Специально для херобуна. Сейчас мы его расчехлим и посмотрим, как он тут встанет. В общем, у меня новая прикормка пришла на этот сезон. Такая вот Italix. Взял вот на рыбалку попробовать такую на леща. Еще одна есть. Вот такая с чесночком есть. Вот. Ну вот с чесноком мы с нее замешаем еще тесто. Вот, а сейчас замешаем для леща и чеснок чуть-чуть. И пока будем снасточку готовить, она у нас настоится. Все, пускай стоит, набухает. Вчера готовился к рыбалке и, в общем, благополучно оставил коробку с приготовленными снасточками дома на компьютерном столе. Так что придется мне сейчас. Ладно, хоть у меня леска с собой есть. Леска, крючки там, грузила. Придется мне сейчас заново вязать снасточку. Вот, на удочку 4,5 метра. На пятерку у меня вроде с собой есть, там одна снасточка запасная, а вот на четверку надо вязать. Такой вот геморрой непредвиденный, ну ладно, что поделать. Придется по-быстренькому оперативно это сделать. Тут у меня маленький пенал, где есть грузило. А это у меня удочка. Заказывал я специально под этот, под новый сезон. Удочку 4,5 метра длиной. Очень легкая, очень звонкая. И самое главное, она штекерная. Такая красивая удочка. Я уже попробовал ее ловить. Мне безумно понравилось. Она очень быстрая.
такая прям вичка-вичка. Вот. И рыбку весеннюю ловить на нее просто одно удовольствие. Вот. Она очень легкая. Такая, как на хлыстовое удилище. Только поплавочка. Рукояточка тут еще вот такая. Четко. Поплавки нынче я перевожу вот в таком кейсе. Все по-взрослому. Все четко. Рыбачить сегодня будем. Так как присутствует небольшая рябь. Будем рыбачить вот на такой поплавок со дна. Прошло каких-то 20 минут. Я настроил оснасточку. Вот такая оснастка. Маленькие поводочки, подпасок, основной груз. И вот такой поплавок. Все это будем сейчас огружать. В смысле умерять по дну. И будем начинать рыбачить. Сейчас замешаю тесто с чесноком, на которое мы сегодня будем ловить. Такая баночка у меня, в которой я замешиваю тесто. Беру картошку обычную, панировочную, сухую. Это как бы основная часть. Вот, теперь добавляем чесночок. Примерно 1/3 от картошки. И добавляем клейковину, глютен. Для того, чтобы тесто хорошо держалось на крючке. Так. Закрываем и перемешиваем. Сейчас добавим воды. Вот так вот. Замешиваем тесто наше. Она немного постоит, мы его сожмем, и оно будет готово к рыбалке. Так, ну все, техника у меня настроена. Тесто тоже, в принципе, готово. Его можно чуть-чуть увлажнить. Буквально чуть-чуть. Угу. И сжать. Все. Все, тесто готово. Тесто получилось нежное. Будет хорошо разваливаться, но в то же время будет держаться. Все, начинаем рыбачить. Очередной заброс. Поплавок стоит в рабочее положение. Все, оснастка сейчас на дне. Попасок на дне. Сейчас дело за рыбу. Оп. Вот он. Первая попалась. Не сладенькое тесто клевое. Но маленький крючочек. Поклевка, кстати, нетипичная для ловли со дна. Всю рыбу утопила.
Дима движется строго вдоль дна и даже, наверное, не поднимается. Вот. Взяла на маленький-маленький крючочек. Это крючочек Овнер. Супер тонкий. Очень легкий. После того, как закинул, леску я притапливаю и кладу удочку на рогульку. Все, снасть в рабочем положении. И как бы снасть идет под паском. То есть на тот случай, если будут поклевки на подъем лещевые. Стараюсь закидывать в одно и то же место, чтобы рыбка крутилась именно на одной и той же точке. Как правило, если рыба вот это есть, вот тут, уже тут. Вот, как правило, когда рыбка подходит, начинается вот такая вот гонка. Стараешься как можно быстрее насаживать, как можно быстрее ловить. Фига поклевка какая была. Утопила. Дикая рыба. Тут лежат лодки у мужиков. Тут дальше мостики сделаны. Специально вот они с них сидят, ловят. На некоторых мостиках рогульки даже есть. Стационарные уже.
просто повела вдоль дна. Погода стала пасмурной, тучки налетели. Поплевки стали не такие агрессивные. Затем прикусывает чуть-чуть. Рыбаки потихонечку сваливают, что ни у кого ничего не клюет, ни одно поклевало более-менее. Ну, в общем, ребят, рыбаки свалили. Нету никого. Ни здесь, ни здесь. Я только один. У меня поклевывает. Рыбка клюет на каждом забросе. Вот, поклевки есть. Так себе. Есть такие прям, вау, на утоп сразу же. Ну, плюс ко всему, интересный момент. Начал плескаться лещ. Начал плескаться лещ прямо посередине. Вот, до него достаточно далеко, он стоит по руслу, вот, но есть вероятность того, что он может подойти, поэтому сейчас закормим, подождем еще, наверное, пару часиков, и он, может быть, начнет вылазить. Если не начнет, ну, посидим, скорее всего, до сумерек, попробуем поймать хотя бы одного. На крайняк у меня есть удочка 6,3 метра, и вроде бы как бы у меня даже есть одна оснасточка на светящийся поплавок. Вот плохо, уехал сегодня на рыбалку и забыл целую коробку со свежими оснасточками дома на компьютерном столе. Готовился, и вот такая вот оказия. Ну, у меня такое бывает иногда. Мужики, кстати, которые пришли, там мужик, видимо, с другом, и у них еще дочка была, они что-то тут постояли немного, что-то похихикали там, типа рогулька там у меня там какая-то там, финтиперсовая, еще что-то такое, вот, но хихоньки-хахоньки прекратились тогда, когда они начали сидеть и смотреть на воду, а я начал сидеть и ловить рыбу. Вот так. Периодически солнышко проглядывает сквозь тучки.
и поплавок на стальном фоне воды начинает там гореть. Видите, как? Смотрите, поклевка. Ой, потащил. Клюнула. Ну, что это? Мелкая сорожка, она нам так только для счета. Я пошел. Ух. Подъем взяла. Еще подбавилась. Такая вот красота тут. Туча здорово, а с дождем идет. Но она, наверное, нас минует. Я вот тут расположился. Рыбка нет-нет, да плеснется. Причем, чем темнее вечер, тем солиднее всплески. Все стихло. Решил я сейчас все-таки попробовать поставить удочку 6,3 метра. Есть у меня оснастка. Тут светящийся поплавок. Вот. И попробуем мне половить. Вот он, светящийся поплавок. Вот оснасточка для ловли со дна. Точно так же будет у нас поплавок и якорица. И мы на него будем ловить. Ну что, начинается у нас более серьезная, скажем так, рыбалка. Все, поплавочек я закинул. Так вот мы его на дно положили четко. Эх, камера съехала опять. Вот. И сейчас будем ждать поклевок. Крючки здесь большие. Объем насадки тоже увеличен. Соответственно, тут уж вы. Эть. Что это было? О! Ой, убежала. Блин, что за рыба была? Нормальная рыба так-то.
Офигеть. Кто? Кто это был? Жесть по клевке. Поклевывается. Поднимает что ли? Поднимает. Угу. Угу. Какая серьезная. Иди сюда. Теперь все понятно стало. Теперь все стало понятно. Вот кто покушался. Нормально. Убери гамельче. Спасибо, ребят, что смотрели это видео очень внимательно. В общем, розыгрыш у нас будет проходить на YouTube и на площадке Яндекс.Дзен. Условия там и там абсолютно одинаковые. Надо быть подписанным на канал в YouTube либо на Яндекс.Дзене, смотря где вы хотите участвовать. Надо оставить один адекватный комментарий и поставить лайк этому видосу. Ну и, соответственно, победит тот, чей комментарий выдаст рандомайзер. То есть у меня будут два поплавка на розыгрыш для метода ловли херабуны. Вот. И один мы разыграем на YouTube, другой разыграем на Дзене. Поэтому участвуйте в конкурсе, и всем ни пуха, ни пера. Сезон открытой воды 2022 года официально открыт. Поймал я рыбу сегодня немного. Самая крупная, как всегда, убежала. Вот, ну, что-то половил. Сорожки какие-то у меня тут есть. Я их сейчас всех отпущу. Потому что я с последнего льда привез домой очень много килограмм крупной сороги. Вот я ее завязывал, засушил. Отснял кучу интересных видосов. Ну, эти видосы вы увидите зимой, как всегда, когда ложка будет хороша к обеду. Спасибо, что смотрели это видео до самого конца. У меня на этом все. Берегите себя, берегите природу, мир вашему дому. Всем пока.